Поменять профессию после 50. На базе техникума технологии питания и коммерции реализуется проект «Старшее поколение». Он составная часть национального проекта «Демография». Переподготовка проходит по стандартам WorldSkills. Участники получат квалификацию повар третьего разряда и возможность трудоустроиться по новой специальности. Я вам предлагаю сегодня совершенно новый способ приготовления теста, замешивания теста, который займет буквально несколько секунд. Я заранее уже взвесила муку, и мы это будем делать с помощью блендера. Секреты приготовления разных блюд и лайфхаки кулинарии раскрывают слушателям курсов повышения квалификации. 12 участников от 50 и старше изучают основы поварского дела. Сначала они проходили теорию дистанционно, теперь перешли к практике. Всего курс рассчитан на 144 часа. Вчера у нас была лабораторная работа, посвященная супам. Сегодня блюдо будет из овощей и из муки. Сегодня мы будем готовить капусту тушеную, ну, вроде как обыкновенное блюдо, но слушатели получают третий разряд повара, поэтому они должны начать изучать все-таки с простых блюд кулинарии. Помимо капусты, сегодня участников ждет и задача посложнее. Они научатся готовить пасту с сыром. Макароны для блюда участники также готовят сами. Марина Антонова решила осуществить свою детскую мечту – стать поваром. Она уже более 30 лет работает в сфере дошкольного образования, а сейчас осваивает новую профессию. Я очень люблю готовить, люблю фантазировать, люблю угощать. У меня большая мечта – научиться самой готовить пироги. Я их не умею готовить. Знаете, у меня сейчас появилось желание обучиться еще на кондитера. Все, чему слушатели научатся за время курсов, они продемонстрируют на экзамене. Он пройдет по стандартам WorldSkills. В результате участники получат квалификацию повар третьего разряда и возможность трудоустроиться по новой специальности. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.